Всем привет, ребята! Сегодня я буду играть в Пока Танц и покажу вам подробнее про каменный скин. Вот, кстати, вот такой вот у меня есть в этом в скинах. Кто не знает, как его получить, я рассказывал в предыдущем видео. Вот. После третьего дня, когда я заходил, у меня была вот такая надпись. Других не было. У кого другая была за надпись, пишите в комментариях. Вот. Давайте, кстати, сейчас как раз посадим цветы. У меня пустые эти. Давайте посадим красные, чтобы питомца потом прокачивать. Так. Ну, тут посадим ускорение рабочих, давайте. Вот, а давайте теперь сыграем за каменный скин против жабы. Вот, у нас в клане есть игроки, у кого уже есть скин жабы. Вот, давайте сыграем. Так, вот мы зашли. Идемте. Нападение начало, давайте посмотрим на королеву жаб. Смотрите, сколько тут жаб бегает. Так, идемте вниз. Тут этот бешеный богомол бегает. Вот, ну, такая тут жаба. Сейчас мы его быстро убьем. Его крабы четырехзвездочные не могут убить. Правильно, вот, ребят, посмотрите. Вот у меня там 4 или нет, 3-4 звезды. О, только наконец-то убили. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите, вот такая тут жаба. Ну, королева вот прикольная. Давайте сейчас пройдем так вот это. Так весь этот. Ну, сейчас выиграем быстро бой. Ну, скин прикольный, мне нравится. Так, меня убили, но сейчас будем проходить. Ну, цветки, там уже жабы кричат. Вот этот цветок серебряный мне больше всего нравится, или фиолетовый. Ну, такой серебно-фиолетовый. А вот этот просто, вот этот, мандарином каким-то стреляет. Ну, пока стрельнет, 100 лет пройдет. Так, сейчас быстро пройдем. Уже 60% прошли. Так. Давайте уже добивайте. Так, убили. Мухоловку тоже убили. Давайте этого носорога быстро убьем. Уже не мешал. Так, все. Ну, вот это, вот эти рабочие, ну, странно бегают, что у них эти лапы не шевелятся, они вот просто как на чем-то ездят. Что, ну, так вот просто едут и все. Так, давайте быстро убиваем. Мы, конечно, это впритык уже делаем. Вот. Смотрите. Ну, нормально, ну, победили. 16 секунд осталось. Так, ну, понятно. Пройдем пока дальше закрутиться. Давайте еще против одного игрока сыграем со скином жабы. Так, вот опять мы заходим. Вот уж сразу жабы у нас. О, тут этот мрачный бомбардир. Так, быстро все убиваем. Так, вот этого тоже цветка. Так, вот тут что происходит, я даже не понимаю. Там столько этих крабов, жаб, что непонятно. Вот. Так.
Сейчас пройдем. О, уже мухоловку убили. Сколько у меня муравьев? 72, то есть. Так, вот сейчас уже проходим. Убиваем. Крабы тут у них столько, блин. Так, заходим. Это проходит. Ну вот опять пролево. Прикольно. Видите, у него торчит вот этот обычный синий скин и видно ротик. Вот. Давайте я теперь сыграю сам против себя. Я уже давно против самого себя не играл. Очень прям давно. Вот давайте сыграем. Что вот у каменного скина, смотри, сейчас загрузится. Вот, тут нет ротика, а даже две лапки почему-то. Давайте посмотрим, как это в бою выглядит. Так, заходим. Быстро вниз заходим, там быстрее. Так, 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 так. Ого, тут этих камней бегают. Ну, тут то же самое. Почему две лапки, я не понимаю. Давайте сейчас уже снизу будем проходить. Так, пускаем сразу всех. Так. Будет сейчас опять выиграем. Вот. Ну, что сейчас тут? У меня вверху тут куча цветков и этих. Но самый прикольный, мне кажется, вот это зайчья капуста цветок. Потому что оно бьет и по наземным, и, ну, много по... Как это? Ну, много по кому стреляет. Вот мне больше всего нравится фиолетовый вот этот. Потому что он быстро стреляет. Потом у меня на втором месте, можно так сказать, этот зайчья капуста. А на третьем вот это, ну, которая мандарином стреляет. Петарда, вот, вспомнил название. Давайте уже этого носорога убейте. Сколько можно его убивать? А, ну конечно, тут еще мотылек этот. Вышел убить. Наконец-то. Так, все, идемте вниз. Быстро победим. Мы победили. Победа. Ну, понятно, и так. Тима 5-5-5 прошел на 100%. Тима 5-5-5. Вот. Так я на этом буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, у кого уже есть каменный скин. Пишите, у кого были там другие эти, ну, другие сообщения. А так, всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Пока!